Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы посмотрим игру, которая называется «Армия клонов». Многие подписчики просили, чтобы я поиграл в нее, посмотрел. Ну что же, ребята, смотрим, что это вообще за игра. Так, что тут у нас? Вы будете делать клонов. Понятно. Далее что? Мы можем ходить, прыгать и стрелять. То есть каждым клоном, да, судя по всему. Так, ну что, ребята, мне надо немножко кнопочки подрегулировать и продолжим. Так, ну что, ребята, смотрим. Так, я могу, значит, ходить. Прыжок у меня есть. И теперь надо проверить. Вот так мы стреляем. Ну, погнали. Это мой первый клон. Твою мать. А, тут можно вот. Понятно. Да чтоб тебе. Подождите, ребят, это не считается. Так, у меня еще один клон. Типа новый клон у тебя появился, да? Будь добр сыграть типа за него. Ну, давай попробуем сыграть за него. Так, прыгать можем. А чё вы так быстро, чё вы так шустро стреляете-то, ребята? Погоди, так дело не пойдет. Погоди, а у меня что там? Ага. То есть у меня здесь есть какой-то напарничек, помощничек, да? Давай попробуем. Он разбился. Бедный парень. Я сейчас сам разобьюсь. Но я подбил одного. Так, и я так понимаю, ребята, это будет все дело до бесконечности. У меня почему-то слишком много клонов появляется с каждым разом. Ага. Да что тут, что меня отвлекает какими-то надписями левыми? Ребят, мне это не интересно, что они там пишут. Давай помогай мне там. Ага, патрончики у них летят, ребят, не так далеко, поэтому есть возможность их подбить. Давай, 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 давай. В атаку! Есть, подбили. Ну, хорош, хорош. Так, ай, будем юлить. Да юлился, ядрить тебя на корень. Ладно, хорошо. Я понял, понял, сейчас будет следующий клон. И, короче, я так понимаю, ребят, я должен пройти этот уровень вот с помощью своих клонов, да? Свою армию я должен развивать, делать ее сильнее. Да чтоб тебя. Ну ты помоги, вот он подбил, ребят. Ну как-то сложновато для меня. И пока не могу понять принцип. Очень много клонов. Ага, даже вот так вот. Все, ребята, я, кажется, понял. А смысл тогда от меня здесь? Если клоны у меня справляются. Ладно, подбили. Давай вот этого теперь. Архарвцы. Дай-ка я сюда спрячусь. Ах, он может пробивать через преграду. Ядрить тебе на корень. Ребят, я думал, что он не сможет, а он смог. Ладно, я сейчас разыграюсь маленечко, да? Я думаю, что у нас все будет хорошо. Так, мы одного подбили. Давай, давай, давай. Клоны, прикрывайте меня. Елки-палки, я ваш командир. Есть, тут у нас все хорошо. Так, вот этого надо в прыжке, ребята. Эй-яй-яй-яй, у него мало здоровья, но... Что ж такое-то? Так, давай так попробуем сделать. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Подбил. Да ладно, миссия пройдена у меня. И что они мне тут предлагают? Что это такое? Так, нажми, чтобы открыть. И что мне... Ах, тут карточки. Так, ребята, команда. Какой-то... Так, а здесь что у нас? Гренадир. Дальше у нас ДНК. Я не знаю, для чего ДНК нам пока нужны. Потом узнаем, видимо. И приват. Так, континь. Что дать? Ну, продолжение, я так понимаю, да, ребята? Так, ты можешь апгрейдить своих клонов. Даже вот так. Ну-ка, посмотрим, ребят. В данный момент я могу вот привата апгрейдить. 50 ДНК заплатить. И у меня достижение, ребята. Так, а что улучшилось? Ну, он получил второй уровень. Соответственно, у него прибавилась жизнь, да, дамаг и скорость. Закрываем, я так понимаю, все это дело. И что, результат какой-то нужно посмотреть? Давай посмотрим. Убить все цели вражеские. Угу. Убить вражеских клонов. Все, ребят, я понял принцип игры. То есть есть клоны у меня, есть клоны у него. Мне каждый раз дают все время новых. Так, а это что такое? Клон. Ага. А почему я могу только одного взять? А тех, те недоступны мне, что ли, пацаны, получается, да? То есть я должен вот этим только играть? Хорошо, попробуем. Так, забомбили. Ну и что? За поверженных юнитов тебе дают чего? Какие-то очки. Погнали потихонечку. Я тут, ребят, сейчас в одно жало буду бомбить. Тихо, 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 тихо. Это что еще? Это что еще за самурай? Зашибись, ребята, он меня просто взял и почекрыжил. Так, готовится новый клон. А почему так долго?
Почему так долго он готовится? А, мы можем теперь выбрать команда. Хорошо, давай я выберу команда. Я надеюсь, этот... А, вот он, команда. Хе-хе-хе, давай посмотрим, блядь, как он в ближнем бою. Слушай, он в разы лучше в ближнем бою, чем тот мой основной. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Давай так его порубашим. Ну, они вдвоем, конечно, меня тут заколбасили. Тут и говорить нечем. Так, готовится следующий клон. Давай посмотрим, ребята. Это должен быть у нас, по идее... Я, честно говоря, думал, что нам дадут гренадира. А, чтобы взять гренадира, мне нужно 400, ребята, очков. Вот оно. Вот оно что. Ребятулечки. Оказывается, следующих клонов, чтобы нам получить... Мы должны с вами заработать приблизительно определенное количество очков. Ну, зато у нас тут... Ну, вот этого надо зачеклишь, ребята. Я его зачеклишил, и меня подбили. Да просто не все так легко и просто, как я думал. Ну, 90 очков уже есть. А гренадир, интересно, что будет? Бросать гранаты или как? Мне бы, конечно, не помешал бы гренадир на самом деле. Блин, я не знаю. Ну, давай возьмем команду. Он в любом случае, ребята, должен быть сильным. Но приватник у нас, ребята, тоже... Не забывайте второго уровня, а этот у нас, по-моему, первого, да? Давай, ребятули. Чикрыжнули, отлично. Давай, побежали. Чикрыжим. Есть, вы красавцы мои. Ну, уровень пройден. На 3 звездочки, ребята. И мне опять дают капсулу. Капсулу дают, и мы будем обязательно смотреть, что нам из нее достанется. Так, армия клонов. О, автоматчик, 8 карточек, я так понимаю, дали мне на него. Так, ДНК дали, это хорошо. И турельку мне какую-то дали. Слушай, ребят, круто. Давайте, конечно, продолжать, будем смотреть. Так, что здесь у нас такое? Я не знаю, ребят, что мне куда там отправляет. Показывается, что здесь... Ага, 2 мечника, да? И 2 пистолетчика. Ладно. Ладно, давайте, ребята. Я, как всегда, здесь начну один. Так, секундочку. У меня даже никаких очков нету. То есть мы вот таким вот с вами образом зарабатываем очки. И потом уже, как только мы заработаем определенное количество, у нас будет... Эй-эй-эй-эй-эй. Так, дай-ка я попробую вот этого зачекрыжить. Да ты посмотри, какой... Давай. Клоны. Какие клоны? У меня клонов никаких нету. Да ну, хорош, завязывай ты, блин. Ребят, вы понимаете, да, что против мечника... вот этот вот пистолетчик, это вообще ничто. Во-первых, и скорость у него какая офигенная. Так. Давай, клон, разберись с ним. Молодец, красава, он просто в соло, ребята, справился. А вот этого я уже должен зачекрыжить. Хе-хе-хе. Давай, прикрывай мне. Он сейчас меня порубит. Как капусту, ребята, разрубили. Так, это нам ждать не нужно. Это мы все быстренько проматываем. 150 очков нужно для того, чтобы я смог... автоматчика призвать. Вот, теперь нас тут много стало. Армия наша растет с каждым разом. Давай-ка я вот с этим разберусь. Попробуем, ребят, с ним разобраться. Давай. Есть, подбили. Ну, подбили, 145, а нужно 165. А что ты рассыпался-то на ровном... Твою ж дивизию, он взял просто на ровном месте, ребята, и рассыпался. Как вы думаете, я смогу подбежать и наказать этого автоматчика? Ой, автоматчика, пистолетчика. По-моему, не получится. Или получится? Получилось! 170 уже. И я прошел. Опять же на 3 звезды. Ребята, раритетную капсулу мы с вами получаем. У меня такое впечатление, что я еще пока в режиме обучения... Ох, ёпарусоте! Мне достается команда. Естественно, его можно проапать. Отлично, ребята. Так, генератор. А что такое генератор? Для чего? Пока не знаю. Так, рейнджер. Отлично. Так, давай дальше смотреть. ДНК. Так, и уже пошли золотые карты, да? Дрон. Дрон даже будет здесь. И... Так, деньги мне дали. И киборг. Эпик. Хо-хоу, ребята. По-моему, должна игра затянуть нас, я так думаю. Вы, ребят, пишите в комментариях, как она вам стоит, ее проходить дальше или нет. Но я могу в данный момент улучшить себе командоса, да? У него на 10 хп прибавляется, 3 к дамагу. Он так-то по себе имбовый чувачок какой-то. Тут еще его и прапать можно. Так. Вы прошли туториал, понятно. Все, то есть я так понимаю. Ага, я могу рейнджера, ребята, улучшить еще. 630 хп, 210, ребята, у него дамага. Оу. Смотри-ка, сколько тут. Ого, юнитов-то сколько. Так, это уже интересно, ребят. Давайте попробуем прапать дрона. Дрон, что он делает? Я так понимаю, это типа вертолетика такой с пушкой у нас, да, будет летать? И давай генератор. Генератор что дает? Так, ага, он нам дает, ребята,
голубые коинты, которые мы с вами зарабатываем за убийство противников. Во! 3-го уровня. Это, я думаю, что довольно-таки неплохо. Ну что же, давайте продолжим. А, погоди-ка, мы еще даже киборга можем улучшить с вами. 630 здоровья. 367, ребята, у него дамага. И эта карта эпическая получается. Хе-хей. Так, ну что же, я очень доволен. Так, какая у нас следующая? Вот это вот, да? Машина называется уровень. А, он, значит, ребята, будет тоже делать клонов. Вы должны уничтожить вражеский генератор, чтобы он перестал их производить. Я понял, ребята, специфику. Так, идут пистолетчики. Хорошо, давайте мы, я даже не знаю. Ну, вначале у нас, как обычно, да, дается пистолетчик обычный, да ведь? Так, так. То есть мы с вами постепенно будем зарабатывать очки. И постепенно наша армия будет только круче становиться. Как-то ты там встал, парнишка. Давай-ка я лучше вот этого, наверное, который внизу у нас стоит, я его буду подбивать. Эть. А их тут двое, ребят, их тут... Да какой их тут двое? Это целая армия там их. Да ну завязывать, ребятули. Блин, сейчас... А если они мой генератор забомбят? Они ведь забомбят его, могут за... Что ты делаешь? Что ты делаешь, радость моя? Ну зачем ты развалился? Блин, постоянно вот эту кнопку нажимать, ребят, раздражает, если честно. Нет у меня пока очков, я никого не подбил. И в этом вся проблема. А, значит, они не начинают с моей базы. А я думал, они будут здесь рядышком стоять и продолжать, типа, атаку. Так, давай. Я убегаю, я стараюсь убежать. А ты-то что бежишь? Давай иди вперед. Ну давай ты не тупи, пожалуйста. Хоть одного есть, я одного подбил, ребята. Получили с вами 25 монет, это значит, что самурая я вызвать смогу. Или как его назвать-то лучше, мечник, наверное. Так, нам бы еще бы, конечно, одного бы подбить. Сейчас ты допрыгаешься. Я чувствую, что ты сейчас, парень, допрыгаешься у меня здесь. Под предсмертный твой прыжок. Есть, я еще, ребята, одного грохнул. 3-го. Может быть, этого удастся мне подбить. Сейчас я отойду. Е-е-е! 100 очков, это же все-таки уже классно. 100 очков у меня, да? Так, давай, может быть, вот этого как-то, ребят, попробуем еще бомбануть, да? Чтобы у нас было все классненько. Ну, где ты там? Иди сюда. Так, ребят, я его поджидаю. Ну, подбить его надо всего лишь-то. Так, господи. Есть, я его подбил, ребят, я его подбил. А вот с этим будет сложновато. Я этого подбил. 150 у меня, ребят, очков. Может быть, этого получится как-то грохнуть. Смотри, пол здоровья я отнял у него. Иди сюда, подходи. Пускай двигается, ребят, пускай двигается. А мы вот так вот, хоп. Есть, 175 очков, офигеть. Ребят, вот она тактика. Вот она тактика. Когда, как нужно доходить до нормальных солдатиков. Есть, 200 очков. Слушай, ну я, правда, на здоровье таком, на маленьком. Буквально на меня плюнуть и все, ребят. Это называется герой на пол затяжки, по-другому не назвать его. Так, тихо. Тихо, я очень сильно рискую, когда вот так вот выкаблучиваю здесь. Но я его подбил. Ребят, я на таком минимальном хп. Зачем я прыгнул? Но 225 очков, я считаю, что это круто. Я даже могу, ребята, вызвать уже автоматчика. Я хочу посмотреть, что он из себя представляет, ребят, да? С вашего позволения, погнали. Во-первых, я стреляю как бомба. Ну, я очень-очень медлительный, ребята, очень. До того медленный, что я даже не знаю. Во, смотри, что происходит, ребят. Мало здоровья, зачем ты прыгаешь, балбес? Клоны, вперед идем. Что вы там сзади стоите, я не понимаю, ребят. Я не понимаю их, почему они сзади стоят, а не идут. Они же должны мне помогать, а не прикрывать. Хотя, кто его знает. Оп. Так, 175 очков, маловато, ребят, этого маловато. Там нужно сколько? 400 для того, чтобы я смог призвать гренадира. Для киборга я там вообще молчу. А где генератор, который мы с вами улучшали? Вот этот вот, он стоит у нас, да? А почему? А, вот, ребята, еще один автоматчик у меня. Так, давай, вот так. Раз, два, давай, всех крошить. А как мне этого? Понял, я понял тебя. Ты мне показываешь, как нужно бомбить. Давай так сделаем. Мы его подбили, к ядре не фини, только рассыпалась. Голова до ножки отлетели. Погнали, у нас 150. Почему так мало очков-то получается? Это что за чувак, с дробовиком? Тикать надо. Давай я так вот. Слушай, он может быть... Я боюсь, он сейчас как звезданет. Он бомбит.
Да иди ты в пень. Так, ребята, 235 очков. Все равно мало. Понимаешь, все равно этого мало. Не тут-то было, парнишка. Ты уж извини меня, но не в этот день. Не в этой жизни ты поиграешь сегодня. Давай, иди сюда. Клон армия, ё-моё. Ну, ребят, вы просили показать, поиграть. Я играю и показываю вам. Так, эти отлично. А как мне генератор уничтожить, ребят? А что он там стоит-то? Дурила, дурила. Побежал, испугался. Вот и вали отсюда нафиг. Ребята, я разбомбил им генератор клонов. И, по ходу дела, победа. Так, мы получаем с вами очередную капсулу. Давайте смотреть, что в ней будет. Ух ты, тут даже легендочка какая-то выпадает нам. Посмотрим. Снайперы даже тут будут. Вот как. Так, ДНК. И давай смотреть здесь. Так, а это кто такой? Песочная сумка. Что это значит? Так, и еще одна турель. Хм. Тут очень много ребят турелей. У меня такое ощущение, что нам придется здесь от кого-то защищаться, судя по всему. Так, а это что такое? Это покупать? Это покупать, видимо, ребята, карты мы можем, да, с вами? 500 ДНК, это 100 карточек на бутчера. А прапать-то я могу кого-нибудь? Я могу снайпера апгрейнуть. Он раритетка, ребята, раритетка, это хорошо. Ладно, закрываем, давай посмотрим, что у нас еще есть. Так, дрона не можем, это не можем. В принципе, и все, да? Ладно, ребята, продолжаем с вами битву. Тут уровней много? Тут уровней достаточно. Хм, ну, мне кажется, мы ее быстро пройдем. Ну что же, давайте переходить на пятый элеватор. Элеватор. Самое кислое, ребята, это начало. Потому что мы пока наберем с вами очки. Смотрите, карта все хуже и хуже и хуже. Ну, в плане того, что она все сложнее и сложнее и сложнее становится, да? Убить всех, ну, это понятно. Цель тут одна. Убить всех клонов, убить генератор. И только в этом случае мы с вами выигрываем. Поехали, я взял клона, естественно, самого первого. Это с пистолетиками. Нам нужно запрыгнуть вот на эту платформу. Причем надо запрыгнуть так аккуратно, чтобы нас еще не подбили в этот момент. Давай, давай, давай. Так, ага, он не может, ребят. А где полочка? Вот она. Ава, вот, ребята, вот он идет. Рымбач с дробовиком. Я сматываюсь, ребята. Я сматываюсь. Он сюда, интересно, прыгнет или нет? Да, ребята, он идет по мою душу. Он идет, ребят, по мою душу. Сейчас вжарит. А если я вот так сделаю? А если я вот так сделаю? А? Что ты скажешь на это, сосунок? Вот тебе, блин, сейчас будет сосунок, ребята. Обалдеть, такой заряд прям в лобешник. Мало мне не показалось, серьезно вам говорю. Так, хорошо. Я беру командоса. Давайте будем командосом играть. Слушай, интересно, а как командос против дробовика? А, циферка 2, я так понимаю, ребята, это на какой уровень у меня прапан персонаж, да? Второго уровня он у меня. Сейчас я ему устрою карнавальную ночку. Сейчас мне только бы добраться до него. На-на-на-на-на, пошинковал я, короче, его. Иди сюда. Блин, с дробовиком в ближнем бою, я не знаю, ребят. Так, он ему оставит немножко здоровья, он сейчас ко мне сюда прыгнет, да? Ать-ать-ать-ать, мы его убили. Есть, очки заработаны, главное. Пофиг, что он упал. Ать-ать. А этот охламон пойдет ко мне сюда? Оу. У нас тут еще, ребята, вышел клон один. То есть генератор потихоньку-потихоньку да... Какого лешего? Он, видимо, ребята, на короткий промежуток времени. Вот оно что. Да. Ну, здесь никак не было. Ну, вариантов просто-напросто подойти и его убить. Ну, бесполезняк. Хорошо, давай по... Блин, мне нужно 150 очков. 150, ребята, очков мне нужно для того, чтобы его наказать. Так, подожди секунду. Давай мы на эту платформу запрыгнем. Хоба, я пошел. Я первый, ребят. Я первый. Мы разрубили его. Этого, я думаю, что лучше подождать. Давай мы вот так не будем так делать. Зачем ты... Смотри-ка, клон вроде бы... Не глупит? Или глупит? Давайте поможем своим ребятам. Я его зачекрыжить должен. Слушай, ну он, чувак с дробовиком крепкий. Вы сами это видели. Так, у нас с вами мало здоровья. У нас с вами мало очков. Этого недостаточно. А что ты за мной повторяешь-то? Давай иди в атаку, а не... Ребят, ну так дело не пойдет. Давайте поднимаемся сюда и наверх. Ладно, понятно. Короче, здесь, ребят, мы с вами, наверное, скорее всего, сплавимся. Ну, не вариант, просто вот ближнику, да, против пистолетчика драться, ну, как-то несерьезно. Давай, поехали.
Нам нужно еще, ребята, одного с вами подбить для того, чтобы у нас было... О! Вот это я понимаю, вот это армия. Так, подожди, подожди, сейчас мы... Ну куда ты вперед, батьки, в пекло лезешь? Куда ты вот лезешь? Ну ладно, молодец, все, съешь конфетку. Так, я вот сюда запрыгну. Так, я вот этого говнючка сейчас быстренько зачекрыжу. Молодцы. Так, давай вот этого наказывать. С дробашом. Давай, давай, давай. И рубим, рубим, рубим. Ребята, рубим его. Ух, 230 очков. Так, все, ребят, мы должны с вами туда пройти подальше и еще кого-нибудь зачекрыжить. Я это хочу сделать с великим удовольствием. 230 очков. Куда вы побежали? Эй! Опять они меня, ребята, одного здесь оставили. Так, тихо, 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 тихо. Ну конечно, конечно. Тут и стреляет, тут и бомбит. Как тут с такой армией справиться? Пока никак. Вот, вот это красавчик, ребята. Вот с этим красавчиком я должен тут, ух, навести, по идее, шороху. Давай, армия клонов. Приступаем. Забомбили. Подожди. А что? Погоди. Я... я понял, ребята. Это была моя ошибка. Я думал, что я наверх прыгнул, я упал вниз. Да потому что тут запутаешься. Вот почему, ребята, здесь стоит двоечка. Двоечка это я, походу дела. Погнали. Чекрыжим. Опять этот с дробовиком идет. Ее просто. Давайте его здесь ловить. Давайте его будем здесь ловить, ребята. Вот, расстреливай, расстреливай. Ой. И вот здесь мы его должны, в принципе, забомбашить. Все. 190 очков. Этого все равно, ребята, мало. Этого... А в кого ты там стрелял, парень? Можешь мне сказать? Вроде никого не вижу, этот постоянно машет мечами. Погнали. Там на полке, не забываем, у нас вражина. Его уже нету здесь. Смотри-ка, ребята, а этот со мной идет, мечник-то. Дай-ка я вот этого вот наколбашу. Да куда ты там что ж ты разбился-то? Да ё-моё, ну как так? Блин, ребят, ну это же не серьезно. Это же не серьезно. Так, погнали, все. На этот раз я не должен никуда упасть. Я должен этот уровень пройти. Все. Вот он я. Я по цифркой 1. Да, ребят, это все-таки мой уровень. Обозначается циферка 1, циферка 2. Это мои левелапы. Так, ну-ка. Давай, ребят, вот этого. Ой-ой-ой. Ну? Хорошо, мы его сейчас подбили. Погнали, армия, бежим, вперед. Вперед, роднули. Я что, буду опять один здесь, что ли? Посмотри на них, они меня не хотят слушать, ребят. Просто-напросто, они меня игнорируют. Они игнорируют своего командира. Эти клоны недолго живут. Поэтому нужно делать как можно быстрее все эти манипуляции наши. Давай, 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 давай. Куда ты? Я не могу туда запрыгнуть, почему? Ага, я его подбил. 215 очков, ребята, у нас. Сейчас стопудово каком-нибудь. Такой же, ребят, такой же, блин, автоматчик тут появляется. Смотри на него, а если мы вот так вот сделаем? Да. Захотел, как говорится, его наколоть, но сам прокололся. 215 очков. Опять же только хватает, блин, автоматчика. Ядрить тебе на корень. И это только, ребят, начало. Я даже боюсь представить, что нас ожидает в дальнейшем. Тут, наверное, один уровень можно проходить очень долгое время. Так, подождите, сейчас я туда поднимусь. Вот он. Вот он, чувак с дробовиком. Давай-давай, бомбим его. Есть. Армия, вперед, вперед. Нет, вот они опять, ребята, дуркуют. Ладно, хотя бы со мной идет автоматчик. Это уже хоть что-то. Ну и куда ты побежал? Иди сюда ко мне, говорю. Олух, иди, говорю, сюда. Нет, ребят, не хочет он идти, и все. Так, ниндзя тут. А ниндзя сейчас сюда, да? Ну да, давай, давай. Ой, он упал, ребята. Спасибо тебе за халявные деньги. Я не забуду твои щедрости. Так, 240, ребята, а нам нужно 250 монет, да, по-моему, для гренадира. Вот этого автоматчика я тогда не смог побить. Да чтоб тебя, ну клон, ну прыгни, пухни там. Я не знаю, хоть что-нибудь сделал бы, чтобы там осталось на него плюнуть, он бы рассыпался. Так и будем вокруг да около, ребят, с вами плясать. Нужно 400, оказывается, очков для того, чтобы открыть себе гренадира. Ну вот, вот, смотрите, у меня армия просто, ну, пипец какая. Неужели мы не сможем пройти этот этап? Я упал, вот дурила, ребята. Я говорю, у меня путается, я просто смотрю, и опять начинаю с командоса. Я просто смотрю на этих всех клонов, и там циферка 1, попробуй-ка ее, как говорится, увидеть там. Ну хорошо, что здесь у меня есть автоматчики, это просто я буду управлять этим мечником. А остальные-то все нормуль, остальные-то все хорошо. Давай-давай-давай, бомбани его. Молодец, красавчик. Так, давай этого зачекрыжим. Так, 200 очков, нужно 250, да?
Пошли, пошли, ребята, пошли, пошли. Не отстаем, не отстаем. Быстрее, быстрее, быстрее. Вы мне здесь нужны, как манна небесная. Ну, и что ты там стоишь? Ну, что ты там стоишь? Вот скажи мне, вот что он там стоит, ребят? Я его бомбанул все-таки. Ну и меня подрезали. 225 очков. Мне нужно 250. Ну что ты будешь делать? А, нет, 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 ребят. Что-то я вообще стал заговариваться. 150 очков нужно для того, чтобы призвать автоматчика. 400 нужно для того, чтобы призвать гренадира. Ну вот такая армия-то должна же. Половина падает вниз. Ну смотрите, что они делают. Ну что они так тупят? Так, этого расстреливаем. Ага, отлично. Все, погнали, погнали. Красавцы, погнали. Ну что вы все время назад-то бежите? Я никак этого не могу врубиться, ребят. Почему они все время идут обратно? Ведь у нас же армия. Армия бойцов, а не армия сосунков. Согласитесь. Нормуль. Так, что ты тут, ниндзя? Машешь мне. Да ну, ядрить тебе на корень. Пипец. Это пипец, ребят. Я этот уровень, наверное, никогда не пройду. Никогда не смогу пройти. И не понимаю я, почему армия моя тупит. Почему она не идет за мной? Почему она вот здесь вот тусуется? Нафига это нужно делать, а? Что это за клоны, которые не хотят меня слушать? Самого главного командира. Вон, половина падает вниз. Половина идет на попятную. Ну, давай хоть здесь подбомбим. Все, погнали. Погнали, вам говорю, не бегите вы назад. Дураки, а? Ну, они дураки, ребят, серьезно говорю. Так, ниндзя, давай быстрее. Ты же ближний бой, ты же должен тут наяривать, как я не знаю кто. Есть, порвали, наконец-то. Все, этот рассып, пулеметчик, автоматчик. Все, он тоже, ребята, изжил свое. Ну, ну бегите вперед-то. Твою ж мать, я не могу с ним справиться в одно жало. В одно жало, е-мое. 295 очков. Да ладно. Надо было просто подбить. Хорошо, отлично. С горем пополам, ребята, я прошел. Давай с... Открывать. Так, базука тут еще будет. Ё-моё. Так, бучер. Не знаю, что это за бучер. Палач, короче. ДНК. А, дальше у нас автоматчик. И здесь у нас, well, стена. Хм, стена. Какая-то как стратегия тут, ребят, если честно. Элеватор я прошел всего лишь на одну звезду. Почему-то кисло, не пойму. Так, это мне не нужно. Вот, вот этого мы с вами апгрейживаем. Подожди, 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 я еще не закончил. Давай в лабораторию обратно. Я еще не закончил. Что у нас тут, ребят, еще можно прапать? Так, ничего, по-моему, да? Ни стену, ни это, ни это. Ни шиша. Тогда ладно, поехали дальше. Ну что, ребят, надо еще один уровень, да, как говорится, для закрепления. Это что такое? Щитоносец тут даже будет какой-то. Так, я понял, убить всех клонов. Оу-оу-оу-оу-оу. Ребята, там чувак с щитом идет. Прикрывается, и его прикрывают автоматчики. Вы что, издеваетесь, что ли? Вы это вот сейчас в данный момент серьезно, что ли? Или как? Ага, ну давай. И еще и с дробовиком мне тут достается. И еще и с дробовиком. Вы... Ребята, ну это трындец. Это... А как я тут должен, извините меня, проходить? Я просто не смогу пройти. Я даже 25 очков навряд ли смогу заработать, потому что, ну, тут сразу, смотри, как начинается. А, ну у меня же клоны. Я все время забываю, что у меня есть клоны, ребят. А толку-то от этих клонов? Ну давай, ну. Клон, куда ты бежишь? Ай, дурик. Не, чтобы этого добить, нет, он побежал куда-то там дальше, вперед. Так, хорошо, у нас сейчас будет 3 клона. Давай хотя бы вот тут. Вот тут не оплошаем, ребят, давай, 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 давай. Почему я первый-то стою? Давайте. Мне не жалко клонов, ребят, мне надо их подбивать. Ну, подбили. Нормуль, давай. О, 85 очков, уже хорошо, ребята, уже хорошо. Так, этого подобьем. Да что ж такое? Почему ты... Сейчас, сейчас я допрыгаюсь тут. Попрыгунчик. Ладно, ребят, делаем так. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. И сматываемся. А в принципе это должно сработать. Смотрите, ребята. Хоп-хоп-хоп. Ну, один патрончик. Один патрончик. Еще один выстрел ему в задок, и он готов. Ну, да, ну хорош. Хорош, я тебе говорю. Разбуянился мне. На-на-на. Есть. Отлично, ребятули. 110 очков. Нужно сколько там? 150, да, чтобы я мог... Красота-то какая там идет впереди, ребят. Я не знаю. А может быть тут смысл игры? Чем больше ты умираешь, тем больше у тебя армия, тем круче ты становишься. Но это бред какой-то, да? Здесь я не знаю, как, ребят. Тут нужно офигеть какая армия, чтобы пробить просто-напросто. Ладно, выбираем команда. Зачем я выбираю команда, не знаю сам. Но потому что следующие клоны у нас будут как типа командосы, да? Погнали. Йо-хоу, я пошел, ребят, разбираться. Я в ближний бой, я в ближний бой.
Ближний бой. Так, 170 очков, ладно, хорошо. Теперь я могу взять себе автоматчика, верно? Верно. Все, погнали. О, Бучер 300, ребят, 300. Базука 350, то есть мы с вами открыли новых персонажей, которые дешево стоят. Как сказать, ну дешевле, чем тот персонаж, да? Уже не понимаю, что говорю. Какой тот персонаж, чего там стоит дороже. В общем, давай. Подбили, отлично, 130 очков, ребят. Как бы нам вот этого вот прикончить бы, ребят, вот этого вот стражника, который идет. Опа, видал, как я втихаря, пока щитоносец там где-то отдыхал. Тихо, отходим. Ага, вот так ты хочешь, да? Ты хочешь по-плохому, я так понимаю. Блин, да ты посмотри на этого щитоноса, ребят. Как мне его пробить? Он... Сколько у тебя здоровья, гадюныш? Ты мне скажи, сколько у тебя здоровья. Если бы еще не эти... А этот отвлекает, молодец! Клон, ты умница, давай, отвлекай. Отвлекай, там совсем маленечко осталось. А что, ты у меня бессмертный, что ли? Смотрите, ребята, у него пули летят, а ему пофиг. Нет, все, он рассыпался, к сожалению, он рассыпался. Во-во-во-во-во, отходите, отходите, а я вам буду в спину. Я понял, больно тебе, парень. Я верю. Ну, давай, теперь у нас с вами два автоматчика должно быть. Так, пистолетчики и два автоматчика. Так, погнали. Зачекрыживаем, ребята, моментально их всех. Ну, вот это, конечно, глупо сейчас было с моей стороны. Ну, подбили, отлично. 115 очков. Вот, кого мне хочется подбить, это вот это. Я думаю, за него дадут бабки нормальные, если мы его сейчас шибанем с вами. Расстреливаем, расстреливаем. Он живучий, гад, ты посмотри, какой живучий, а. Есть, 215 очков, ребята. И там у нас стоят, кто, автоматчики? Зачем ты, радость моя, побежал туда? Я сам виноват, ребята. С этим что сделать не смогу. Вызываем еще одного автоматчика. У нас сейчас будет, по-моему, три автоматчика, да, здесь? Мы должны здесь рвать их просто-напросто. В ядре не фени, всех просто, всех в расход. Не, ну это понятно, ребят, что ближник опять меня подбили. Я просто путаюсь. Я смотрю на это все дело, да, и у меня просто в голове... Я смотрю на своих на своего персонажа, и у меня все перед глазами мельчит, потому что, ну, их тут дофигища просто. Эту двоечку разгляди-ка в такой толпе. Когда они все тут прыгают, я тоже в этот момент хочу прыгнуть, естественно. Так, отойдем. Пускай он сам сюда идет к нам. Блин, его, ребят, прикрывают. Почему-то в тот раз было как-то немножко повыгоднее для нас, да? Положенице. Ну, отлично, подбили. Е-е-е! Последний там где-то архаровец, да? Где-то еще один. Так, клоны, давайте, давайте, пошли вперед. Нет, 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 не надо меня бомбить. У меня мало здоровья, ребята. У меня мало здоровья, меня сейчас плюнь, я рассыплюсь на кусочки. Я уже рассыпался на кусочки. Ну, никто, ребят, ничего не хочет делать. Так, смотри, у нас с вами денег хватает для того... Нет, не хватает, нам не хватило буквально 5, ребят, монеточек. 5 вот этих вот... слизей, которые могли бы. Ну, сейчас-то, ну вот я с каждым разом, ребят, надеюсь, что сейчас будет лучше. Сейчас будет хорошо, и у нас почему-то ничего не получается лучше, ничего не получается хорошо. Давай-давай-давай-давай. Отвлекайте этого говнюка. Пистолетчик, ты бы мог отвлечь. Вполне мог бы отвлечь. Е, круто. Но там остался, скорее всего, ребята, один. Я попробую вот так вот обмануть его. И у меня практически удалось, ребята. Все. 475 очков. У-ху! На 3 звездочки. Как с куста, ребята. Как с куста. Что нам здесь достанется? Никаких эпиков, никаких легенд нам не досталось. Нам достаются... Так, понятно, солдатики. Медик тут даже есть. Оу. И ДНК. Ну что, ребята. 3 звезды. Я обожаю, когда проходим на 3 звезды. Естественно, элеватор нам придется с вами как-то пройти чуть-чуть попозже. И давайте посмотрим, что я могу себе прапать. Что можно здесь себе прапать? По-моему, ничего пока, да? Да, ребят, пока все очень сухо, как видите, и ничего не могу себе улучшить. Но, ребята, как я вам обещал, это был последний бой на сегодня. А вы пишите в комментариях, если вам эта игра понравилась, и вы хотите дальше смотреть продолжение, то ставьте лайк, комментируйте, и увидимся тогда в следующий раз в ней. Ну, а на этом все. Всем пока, всем удачи, и до новых, ребята, скорых видосиков. You're a rebel.